23 октября, 9 часов вечера. Перекресток улицы Циолковского и проезда Яблочкова. Водитель микроавтобуса Ford столкнулся с автомобилем Hyundai Accent. Момент аварии попал на видео. После удара маршрутное транспортное средство совершило опрокидывание на автомобиль Hyundai Elantra. На видео прекрасно видно, как сигнал светофора меняется с желтого на красный, запрещающий. Но, вероятно, не для водителя маршрутного такси. Он пересекает перекресток, не сбавляя скорость. Позже, в разговоре с сотрудниками ГИБДД, водитель расскажет, что ехал 40 или 50 км в час. А свой проезд на желтый сигнал светофора объяснил так. Просто хотел маневр как бы завершить. Они стояли. Это мне тронулся, да, и пошел чуть влево. В результате страшной аварии пострадали 18 человек, из которых 14 – это пассажиры маршрутного такси. Среди них было трое несовершеннолетних. Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии были доставлены в областную клиническую больницу. Вчера в районе 1 часов после массовой ДТП к нам поступило 12 человек. И все 12 человек были экстренно приняты, проведено полный курс обследования, диагностирован перелом различной степени тяжести у 5 человек и легкие сотрясения головного мозга. 6 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Одна пациентка была прооперирована. На сегодняшний день ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавших с переломами разместили в травматологическом отделении. 6 человек из поступивших были отпущены домой. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Проверки также проводят прокуратура и Следственный комитет. Следователи выезжали на место происшествия, где провели осмотр. Проведены другие мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего, а также соответствие перевозки пассажиров микроавтобуса требованиям безопасности. По результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.